разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. И окружимы ли войска Аль-Асада? Всем ясно! Приготовиться! Чарли не серф, день второй. Вижу берег. Тут мы уже играем за сержанта Пола Джексона, да, по-моему? Так, тут у нас... Тут у нас три ноутбука. У нас здесь гранатометы. За американского солдата теперь играем. Блин, вечно на востоке там какая-то война. По большей части сами американцы же в этом виноваты. Люди там спокойно жить не могут. Так, дорогу нам тут перекрыли. Говорят, иди сразу туда, да? Хорошо. Вон нужное здание! Входим через левую дверь! На позиции! Наша задача найти Халеда Аль-Асада. Это тот мужик, который казнил президента Аль-Фулани. Взрывай! Заходим! Заходим! Пошли, пошли. Чисто! Джексон, занять позицию. Ладно. Так, один туда сумел пробежать все-таки. Идем осторожно. Тася, как это так? От кого мне прилетело? Вот наш первый ноутбук. Блин, тяжко. Ух ты ж, не упала. Так вы что стояли-то, придурки? Аль-Асад не найден. Вас понял, центр. Конец связи. Плохо. Идем дальше. Мне только что сообщили, что Аль-Асад ведет передачу с телестанции в полкилометре отсюда. Выдвигаемся пешком. На месте заберем посылку. Вперед. Так, ну у нас тут явно нет преимущества. Блин, от кого я отхватил-то? Кто здесь? Нифига не пойму.
Где? Козлы. Так, парни, я слева прикрою. Сколько же у вас тут тварей, да? Так, я видел, там кто-то на крыше сидел. Больше там-то не сидит. Ух ты, шлёвый пал. Блин, неужели они тут бесконечные, а? Так, а где все мои парни-то? Я что, один остался? Вы так не шутите. Чуть копыта не отбросил. Все, продвигаемся дальше. А вот и ноутбук. Че стоял, тупил-то, они прям вот на ладони, блин. Идем дальше. Даже боюсь предположить, что там впереди. Техничка. Блин, вот эта крыша, они прям вообще там в шоколаде. Тварь, а. Че, не докидываю, что ли? Че, вертолеты нам не помогают, ни черта вообще.
Очертенеть. Блин, да тут просто жара. Это вот эти козлы там с гранатометов пуляли. Хорошо, хоть с патронами проблем пока что нет. Так, вот этот дом нам надо забраться. По любасу. Тут у нас ноутбук последний, да? Да, 3 из 3, все. Наши приближаются! Блин, опять какие-то развалины. Пойдем сбоку. По центру идти там вообще кошмар просто. Вижу врага! Около той разрушенной стены! Бойцы, огонь! Где? Не вижу, не вижу, откуда стреляет. Осколочная! Так, давай марш-бросок сейчас совершим. Все равно пока не вижу. Идем дальше. А, блин, это свой. Ну что башку-то высовывать свою? Фу, он живой, слава богу. Вижу здание. Заблокирована и окружена, сэр. Отлично, занять позицию на прорыв. Что написано? А, да. Короче, хрен пойми. Выполнять! Заходим! Заходим! Следуй за мной! Давай потихоньку вперед продвигаемся. Блин, все работает до сих пор. Что, это серверное, что ли? Да, серверное.
Ух ты, блин, началось. Не помог, что происходит? Так, вот этих бутырков сверху надо биться. Давай заходим. Нужно продвигаться дальше, иначе это не кончится никогда. Кто это? Сверху, что ли? Там все время появляются. Так, перебежкой давай. Твою мать. Да неужели? Аль-Асад должен быть на втором этаже. Давай, выламывай. Мне этот козел уже бесит сильно. А вот и наши парни! Так точно! У нас подкрепление прибыло. Так точно! Никаких признаков Аль-Асада, сэр. Хорошо. Десантники, заходим. Всем быть начеку. Че, можно идти? Пойдем. Вроде чисто. По-моему, тут никого не осталось.
Давай, открывай. Ой. Кажется, он здесь. Я его слышу. Выполнять! Чисто! Чисто! Только этот козел здесь везде. Его здесь нет. В эфир пущена запись. В комнате чисто. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военной разведки. Грикс, выключи ты это дерьмо. У меня все равно есть кое-что получше. Центр, говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Аль-Асада нет. Передача шла в записи. Прием. О, так точно. Понятно, это вас все было замануто. Конец связи. Десантники, слушай меня. У нас новое задание. Быстро собраться и на выход. Вперед!